Итак, поехали. Нам понадобится синенький, картошка 5 штучек, морковка, лучок, маленькая баночка томатной пасты, ну, конечно же, соль. Как же без соли? Овощи сильно не зажаривай, а просто смотри, чтобы они уменьшились в объеме приблизительно в 2 раза. И добавляй томатную пасту. Добавь воды. И размешай. Овощи вместе с томатной пастой протуши всего 2-3 минутки и добавляем картошку. Овощи хорошенько перемешаем вместе с картошкой. Снова добавим водички, чтобы картошечка тушилась. Конечно, посолить по вкусу. Посолили, накрываю крышечкой. Ждем. Все готово. А знаешь, чем классно это блюдо? Тем, что оно вкусное, как тепленькое, так и холодное. Всем кушать. Ням-ням.